знаете, я прям представляю, что после просмотра этого выпуска многие напишут в комментариях, в других обсуждениях, что это все постанова и так далее. Я так хочу сказать людям, которые об этом подумают. Не дай бог с вами когда-либо произойдет подобная ситуация. Приятного просмотра. Всем привет, это Дим Масленников. Верите ли вы в призраков? И сегодня у нас особый выпуск, и пугаться я буду не один. Со мной парни с канала Алекс Супер. Всем привет. Сегодня мы следуем за брошенной сафари жемчужина. Ладно, пацаны, чем попусту балаболим? Погнали! Погнали! Он знает наш лозунг, давайте. Это действительно странное место. Заброшенный санаторий одиноко стоит в чаще леса, скрывая свои тайны. На территории находятся два здания и несколько пристроек. Честно говоря, я так и не нашел причину, по которой санаторий опустел. Но, судя по всему, это место обжили новые обитатели, которых мы постараемся найти. И, к сожалению, найдем. Если честно, это так странно идти с кем-то. Лёг. Водонапорная башня какая-то здесь. Госбастер! Деревья скрипят. Раз-раз, как слышно, прием. Все прекрасно. Вот так, надеюсь, мы не потеряемся. Так, двигаемся дальше вглубь леса. Деревья с вами. Знаете, такие ворота прям. В тот мир. А, знаете, когда мне сказали жемчужины, я представлял... Ну, капельку другой, если честно. Что, погнали внутрь? О! Хотите, я вам сыграю сейчас? Ты умеешь? Нет. Но я думаю, на этом бы не получилось точно. Давайте, может, мы сейчас разделимся. Я, допустим, по первому этажу пойду, вы по второму. Да, хорошо. В случае чего я буду кричать. Вообще, очень странно. Вроде видны какие-то элементы мебели. Рояль тот же самый, но с другой стороны, вроде есть какие-то строительные леса и прочее. Если бы это был недострой, то вот мы бы видели только вот это. Если бы это была нормально функционировала. Здесь кто-нибудь есть? Если здесь кто-нибудь есть, дайте знак! У меня есть микрофон! У меня есть камеры! Алло, прием, как слышно? Господи, ребята! Твою мать! Он там что-то верещит. Алло! Вы чего меня так пугаете? Я, значит, спрашиваю тут у духов, есть ли здесь кто-нибудь, и тут от вас звонок. Все, давай ему на личной клетке в конце здания. Сердце, вы тут? О, сортир, туда. Как думаешь, что это? Ну, это крест, лавровый листик и кинжал. Может, что-нибудь на... интересное будет? Ты что, был еще с такой? У тебя электрошокер с собой? Да, со мной шутки плохи. У тебя что, проблемы со светом какие-то? Свет вырубает здесь постоянно, у меня один из фонарей. Ух ты. Мне так нравится, когда уходит, знаешь, так бесконечность. Даже я что-то обосрался. Тихо. Мы очень удивлены. Не, серьезно, ребята. Да, очень. Я вам пытаюсь сказать, что как будто кто-то решил уйти. Что за шутки? Не, говорю, ребята, это шаги сейчас. Прямо в ту сторону шаги.
Алло, ребят, тут кто-то есть? Народ! Почему? Вот так оставь мне вот сам, да? Чтобы боку да тоже как-то. Все? Все будет работать. Да. Кстати, ребята, осторожно, до стены не касайтесь, она завалена. О, ребят, смотри, что это такое. А где нашел ты это? Да вот здесь лежит. Может, разыграть ее? Разыграй. Я в конце выпуска скажу, как получить вот эту маленькую фигуру. Есть здесь кто-нибудь? У нас есть микрофоны, камеры. Давай, Саня, погромче, да? Есть кто-нибудь? Я что-то этот. Здесь кто-нибудь есть? Если здесь кто-нибудь есть, дайте знак! Ну, пойдем сейчас. Воу! Смотри, это под человека сделал? Меня напрягает, смотри, тряпки везде красные. Да, конечно. Я не понимаю, зачем тряпки висят. И вот эта вот колясочка. Уродская. Мне кажется, какой-то ритуал проводит. Вообще, красная тряпка прожжённая снизу. Блин, реально, смотрите. Почему эта комната затянута по стене вообще? Чёрт его знает. Переход. Сейчас я залезу, гляну. Давай. Чё там? Следующий корпус. Ну чё, пойдём туда, Саня? Да. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Да, по-королевски, Саня. Ёб твою мать. Видели? Нет. Там что-то упало. Ну мы слышали. Там что-то упало. Ну, чё ты стоишь, иди смотри. Бля, а куда очко идти уже? Кстати, смотри, очень странно. Что, зачем решетка на двери? Ну... Нет идей. Поизмерили с помощью своего прибора. Какой у тебя прибор-то? А у меня... Опа, он сразу пищал. Дозиметр. Дозиметр? Сейчас, погоди, посиди ко мне. Серьёзно? Ну вот, смотри. Дозиметр? Да. Сработал сразу? Да, смотри, пищит. Превышает норму в 3 раза. Ну какая, какая норма? Ну, а единица 2 максимум. Получается, 3-4 раза он превысит? В 3 где-то так, да. Это очень странное место. Знаете, это похоже на карцер какой-то. Похоже, да? Просто пустое помещение. А, слушай, опять знак, да? Да. На каждом этаже какой-то есть. У нас на ответной секции. Блин, у вас не возникает вопрос? Смотрите, получается, гостиница стоит хер пойми где. В чаще леса. Тут есть вот... такие какие-то бомбоубежища. Помещение похоже реально на карцер. И это, получается, гостиницу взяли и забросили в какой-то момент. Может, это вообще не гостиница была? Так, на втором мы уже были. На втором были? А, ну вы же пошли на втором. Да. Опустили, блядь, камеру, быстро! Быстро, блядь, типа, опустили свет, опусти, сука! Стой, стоп, мужик. Опусти свет, быстро, блядь! Кто такие, нахуй? Чё, ну, блядь? Кто такие, нахуй? Я тебя спрашиваю. Ну, просто. Чё ты просто? Камеру, сука, положи сюда, быстро. Слышь, положил, я сказал, на землю. Вот, понял, что, блядь? Кто такие, нахуй, не трётесь? А? Просто снимаем видео. Просто снимаем. Какое видео, да? Видео, ходим по заброшке и снимаем. Где уж нахуй, блядь, а? Выключи фонарь, сука, не ебло, не свети мне, понял, блядь? А че, в чем проблема? В смысле, в чем проблема, блядь? Вы че сюда приперся? Вы знаете вообще, чья это территория, блядь? Чья? Моя, нахуй, ёпта. Моя территория, хуй, стрётесь.
А? Ну, приехали, поснимали, в чем проблема? Уже можно? Уйти вы просто так, блядь, можете. Честно. О, сука. Че за пукалка, блядь, а? Че ты хуй? Убери, блядь. Комсу, убери! Нож положи свой! Опусти камеру. Опусти камеру, положи камеру, мужик! Алло! Послушай, все, давай мы успокоимся. Мы сейчас просто свалим. И проблем нам никаких не нужно. Какие нахуй проблемы, блядь? Сейчас у вас проблемы будут. Какие у нас проблемы? Ну давай, подойди, блядь, и строй проблемы мне. Так, давай, мужик, все, давай спокойно. Да, мы приперлись на твою территорию. Да, через жопу получилось. Давай мы просто сейчас уйдем и никаких проблем. Если вы меня потом посадили, блядь, с записи, блядь. Чем мы посадили? Мы сотрем запись. Если нужно, наложим на лицо маску, все что хочешь. Если слушай меня, блядь, а? Устроили тут мне, блядь. Если я увижу где-то запись, я, блядь, глотку, понятно, тварь? Так, успокойся. Поняли меня, нахуй? Успокоился, мужик. Все, съебались нахуй отсюда, быстро, забрали все нахуй, съебались, поняли? Убери руку, блядь, куда убери руку? Нахуй! С ножом стоит тут! Съебались отсюда, быстро. Ребят, давайте палим быстрее, потому что ничего не будет. Давайте, блядь, бегом! Все! Идите, давайте, блядь, к машине! Не, это вот я говорил же, ходит кто-то, блядь. Взяли, блядь, нарвались, кажется, любой бы человек, встретив такую опасность, как минимум запаниковал бы. Так что давайте мы отложим ситуацию с нападением, но потом, а сначала разберем те непонятные факты и явления, которые мы смогли зафиксировать с помощью камер. Начнем, пожалуй, с моей точки зрения, с самого необычного, непонятный светящийся объект в конце коридора, который я, к сожалению, во время самой съемки не заметил и никак не отреагировал на это. Хотя это очень странно, потому что в темном коридоре большая белая плямба. У меня даже возникла идея то, что это отблеск света от моего же фонаря. Если мы внимательно посмотрим на другие дубли, то там действительно были моменты, когда мой фонарик отражался в разбитых окнах, просто в разбросанном стекле. Но давайте посмотрим внимательно. Когда я двигаюсь, движется, соответственно, и блик, так как он отражение моего света. Мы видим это на большей части кадров, но в данной ситуации я поворачиваюсь, останавливаюсь, но блик сам по себе исчезает. Следовательно, это был как минимум не мой свет. Парни в этот момент шли по второму этажу и подходили уже к лестнице, поэтому это были точно не они. Для меня главный вопрос, почему я этого не заметил. Единственное логичное объяснение, что это был действительно свет фонаря, это был тот самый, назовем его, парнишка, который с распростертыми объятиями встретил нас в конце этого ролика. Так что вывод такой. Знаете, вторая ситуация ничуть не легче первой. Падает палка. Все-таки это заброшка, на ней может произойти все что угодно. Но дальше падает другой объект с характерным железным звуком. Тихо. Если внимательно посмотреть, траектория его падения зигзагообразная. Какой предмет, падая с высоты, который может издать железный звук,
может падать не вертикально, а планировать. Кроме аэробуса А320, возможно, упало два предмета. Вот этот предмет, который мы видим на видео, и где-то еще упал какой-то железный предмет. И упали они одновременно. Но мне кажется, слишком много совпадений. Пойдемте дальше. Сама гостиница очень странное место, мы это поняли. Подожженные тряпки, свечи, все это смахивает на реальное место, где проводили какие-то обряды. Сейчас мы перейдем к самой неприятной части нашей вылазки. Чтобы убить скептицизм в ваших глазах, я, наверное, попробую сейчас восстановить ход событий, которые происходили в тот вечер. Как мы видим в самом начале ролика, мы оставили машину рядом с деревней, и, возможно, данный мужчина увидел, что остановилась машина в каком-то неположенном месте. Вышло несколько ребят, я, естественно, ребята с канала Алекс Супер, взяли камеры, взяли свет и пошли в чащу леса. Он решил проследить за нами. Поэтому мы слышали шаги, когда были в подвале. Я думаю, он просто тупо в этот момент нас потерял и шел по первому этажу, и мы совершенно случайно услышали его шаги. И после нашего громкого вопроса: «Эй, здесь кто-нибудь есть?», он просто остановился, поняв, где мы находимся. Потом мы ушли во второй корпус, там немного погуляли, вернулись в основное здание, пошли по этажам и, соответственно, встретились с этим... Ну, вы сами все видели, в общем. Выходит парень с ножом. Он знает, что у нас есть камера, он сразу об этом говорит. Положите камеру на землю. Его цель понятна. Забрать у нас камеры, забрать у нас деньги. Мы стояли с ребятами на лестнице. Я решил открыть свой маленький козырь, который я ношу на съемках. Я достал, соответственно, пистолет. Это был пневматический пистолет. После мы показали данную запись нашим знакомым юристам. И в том виде, в котором вы ее увидели, нам порекомендовали сделать именно наши юристы. Мы никаких проблем от этой ситуации не хотим получить. Я хочу сказать спасибо вам за то, что очень многие из вас писали под предыдущими выпусками, чтобы я настраивал заднюю камеру еще и сбоку. Если бы я этого не сделал, мы бы не получили такие крутые кадры. В общем, дорогие друзья, спасибо, что вы посмотрели этот реально крутой выпуск, четвертый выпуск нашего любимого шоу «Охотник за привидениями» Ghostbuster. И в конце выпуска, как я и обещал, я разыграю ту шарманку, которую мы нашли на территории гостиницы «Жемчужин». Чтобы получить эту крутую вещь, вам, во-первых, надо подписаться на наш канал, во-вторых, поставить лайк этому видео, и в-третьих, что сделать? Написать в комментариях любое сообщение с хэштегом «Шарманка». И, соответственно, мы случайным образом выберем победителя и прям отправим ему эту шарманку. А также подписывайтесь на канал парней с Алекс Супер, потому что вот такие ребята устраивают просто бомбезные вещи на своем канале. Там проверка на прочность, у них есть проект. Поджигают себя в 40-градусный мороз, голые бегают. Интересно посмотреть, серьезно. Более того, обязательно посмотрите их версию этой вылазки, потому что там наверняка будет очень много различных крутых деталей, которые вы не заметите. Куда дальше? Ну, я лично за калашом пойду сейчас, потому что других вариантов, видимо, нет. Пока-пока.